Так, ребята, я здесь увидел павлина и хочу его заснять, чтобы вы видели. Смотрите, вот он пошел, пошел, пошел. Хочет уйти. Вот павлин, смотрите. Спрятался он, а, красавец. Куда же ты побежал, а? Вон он идет. Вот, смотрите, какая красивая птица, да? Вот это павлин. Сейчас еще бы открыл бы свой хвостик. Вот он такой вот. Во, это тоже к нашему случаю, к моему шансу, можно так сказать. Необыкновенная птица. Хвост какой большой, да, у него вот открылся бы он, было бы зрелище. Ну и так я думаю, что раз уж смог я снять, потрясающе выглядит эта птица. Да, длинный у него хвостик. Ушел он, пошел вниз, но я думаю, что этого было достаточно. Вот ящики с апельсинами, как я говорил, мерси не производится. В основном они вот занимаются этими делами, апельсины, там потом лимон, мандарины, знаменито этим это место. Так, движение продолжаем, посмотрим, что еще попадется у нас на дороге. Вот здесь вот такое вот африканское есть дерево. Движение продолжаем, едем дальше.